Перед началом летнего охотничьего сезона о правилах отстрела и отлова диких животных напомнили в природоохранной прокуратуре. По закону, во время любимого хобби охотник должен иметь при себе не только специальный билет, но и лицензию. На территории Мурманской области выдачей таких документов занимается Министерство природоохранных ресурсов и экологии. Серьезные ограничения касаются охоты на копытных животных и медведей. Можно поймать только одну особь. В отношении остальных видов таких жестких правил нет. За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность. При этом достаточно есть и суровые наказания по статье 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В частности, есть даже такой вид наказания, как лишение права осуществления охоты. Данный вид наказания назначается по решению суда и подразумевает под собой, что, соответственно, у охотника забирают охотничий билет и лишают его права охоты на определенный срок.